На 1100 метров поднимаешься. Снова в баню надо, да? Да. И вот там это, эти фантомы, они трехэтажные бывают. Фантом, потом снова фантом, снова фантом. Из хлоритова еще насыпушкой внутри-то зеленые. Красиво. Ну, обалдежные, конечно, там камни были. С рутилом. А вот парнук, у меня есть кристалл, который не каждый музей имеет, из парнука. Тоже с рутилом, с золотистым. Друзу поднимаешь, и она вся в кристаллах, а внизу вода и песок. А они на солнце-то, ё-моё, а куда такую? Так мы отдавали вертолетчик. Мимо дашь, и все, слава богу. Вообще очень красивое, конечно. Вот такие заморыши, вот такие пустоты попадают. И вот фильм про приполярный Урал, он будет, видимо, продолжаться. Сплав по Балбанью, по Касье. И дальше они, видимо, будут снимать уже эти хрустальные погреба, потому что я отрывок видел, они будут показывать хрустальные погреба. Вот надо будет смотреть этот фильм дальше. Вообще они здорово снимают, конечно. Так что вот так, ребята. Так, вот андалузитовая копь где-то вот в том районе. Где больше всего. Да, где больше всего. Так, мы идем.